Итак, друзья, за день до полного карантина мы решили выбраться немножко на природу. Вот, недалеко от дома, минут 15 минут езды от дома. Вот. И что здесь творится? Короче, таких пробок в лесу я еще ни разу не видел. Последний день перед карантином. В Израиле люди с ума посходили. Все выбрались в лес. Все выбрались на природу, только бы захватить немножко свежего воздуха, потому что с завтрашнего дня заходит карантин, и нельзя выходить из дома на расстояние больше, чем 1 километр. Вот. В гости ходить будет нельзя, в гости принимать тоже гостей нельзя будет. Вот. Вот. Люди выбрались на природу. Вот такое живописное место мы выбрали прямо возле дома. Если посмотрите слева, то там вот недалеко, метров 300-400 так, от нас уже находится город Чуан. Короче, мания гидахев. Кушайте, это вкусно. А у кого не вкусно, приезжайте к нам, мы вас накормим вкусно. Вот.